Все вопросы повестки 75-го очередного заседания предварительно рассмотрели профильные депутатские комиссии. На заседании Совета депутатов был принят ряд важных решений в сфере бюджетного процесса, об исполнении бюджета городского округа Щелково за 2023 год и о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Кроме того, предлагается направить систему образования на обустройство современных универсальных спортивных площадок и комплексное благоустройство территории в школах 24 Монина, гимназия номер 2, детский сад 63 Лучик, школа 11 Титова и школа 16. Также был заслушан ежегодный доклад Общественной палаты городского округа Щелково о состоянии и развитии институтов гражданского общества в 2023 году. В общей сложности щелковские общественники в 2023 году передали более 12 тонн гуманитарной помощи и задействовали более 2000 жителей нашего округа в волонтерской деятельности. На заседании внесли изменения в решение Совета депутатов о земельном налоге. Плата не будет взиматься, если площадь участка не превышает 600 квадратных метров. Льгота распространяется на мобилизованных контрактников, включая добровольцев, членов семей военнослужащих, погибших в зоне СВО. В завершение заседания были утверждены списки награждаемых почетными грамотами и благодарственными письмами Совета депутатов. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.